Новые нюансы расследования уголовного дела об избиении саратовского журналиста Сергея Вилкова. Напомню, что 13 января вечером двое неизвестных избили журналиста во дворе его дома. На днях проходило опознание потерпевшим своих потенциальных обидчиков. Как сообщает источник в полиции, во время опознания Сергей Вилков указал на преподавателей военно-патриотического клуба «Патриот». Нюанс в том, что по имеющейся информации оба гражданина имеют алиби, которое подтверждают свидетели. Информационное агентство «Общественное мнение», в котором работает журналист, не спешит обнародовать результаты опознания, хотя ранее подробно освещало ход следствия.